Мы находимся на автодороге Н-33 Одесса-Белогрестовская Малаши между населенными пунктами Новая Долина и Великодолинская. Уже проезжая по этой дороге, мы уже замечаем вторую партию автомобилей Национальной гвардии. Пока мы подошли к нему, узнали у солдат, пока официальная версия учения. Ну, конечно же, скорее всего, по нашей информации, нужно готовиться к карантинным мерам. И где-то, начиная с понедельника, наверное, будут перекрываться уже населенные пункты и будут пропускаться люди только по месту регистрации.